Ну вот мы и на даче. Вот наша дача. Грядки, теплички. Вон девчонки играют в песочнице. А Слава уже с косой. Вот так мы играем в песке. Подожди, Коля, а почему ты чистая? Потому что я не хочу быть такой грязной. Вот так вот, вот два ребенка разные. Да. Одна грязнуля. В этом году наш папа соорудил вот такой вот навес. Это здесь можно пить чай на улице, шашлыки устраивать. Ну, а на ночь он сюда ставит машины на парковку. Вот все вот до той бочки, это все наша поляна. И до вот того угла, где начинается другой забор, такой серый, а там уже пошло соседское. Это все поляна. И здесь тоже наша поляна. Но здесь ничего особенного не растет, потому что посреди поляны каждый год ставится большой бассейн. Вот. А здесь так немножко кустики насадили. Ну ладно, я продолжу. Ну давай. Тут вот цветочки у нас разные. Здесь немного цветочки. Здесь лилии растут. Здесь кустики смородины немножко. Вот тоже трава их душит. Облепиха. Одно дерево у нас осталось. А это у нас тепличка. Огурцы растут. Вот такие огроменные. В основном огородом занимается моя сестра. И... Ой, да огородом занимаются все, если честно. Главный начальник по огороду у нас бабушка. Она говорит, что делать и как делать. Это у нас баня, она снаружи такая не обшитая. Вот все время засаживаем вот эту зеленую стенку. Но внутри вот так банька выглядит. Вот вторая тепличка наша. А вот это уже соседский огород. У нас территория между нами не отделена, потому что мы дружим очень. Но друг к другу не очень часто ходим. Вот такая теплица вторая. Вот мы по кругу обошли огород. Поросята тут сидят, в грязи ковыряют. Знаешь, что в баню я тебя такую не пущу? Это значит, что теплой водой я тебя не помою. Я буду мыть тебя холодной водой. Мангал у нас тут стоит. Вот, немного покосившийся, проржавевший. Но ничего. Верой и правдой уже сколько лет служит. Наш запас воды. Вот здесь добывается вода. Вот в этой скважине. Там большой насос. И насосом подается туда. Наверх. Вот дом наш. Вот сейчас я Веронику искупаю вот в этой ванной. Посажу ее и помою. А вот и наша кошечка, по которой дети больше всего наскучались. Моя Алёсия. Не очень-то было похоже, что она по вам соскучилась. Очень соскучилась. Очень. Ты думаешь? Да, очень-очень. А кто еще приехал к вам? Миша! Иди, иди, расскажи, кто это. Мотя, кто это такие? Мотя, кто это? Смотри, наши Миша. Братья. Наши Миша, братья. Смотри, познакомим, кто где. Это Миша, это Толя. Миша. Как дела? Хорошо. Так, чем занимаетесь? Смотри, сейчас играем. И там у нас база есть. База, пойдемте базу покажем. Да, вот наша база. Ничего нету интересного. Если дождь пойдет, у нас есть дончик. Гоняют кошку, едят чипсы, бегают. Ребят, всем привет. Посмотрите на мой наряд. Одет по-дачному. Мы находимся сегодня на даче. И это, наверное, будет первый влог с России. То есть начнем с этого выпуска. Много моментов, конечно, мы не смогли заснять. Вот. Потому что не все хотели сниматься в видео. Вот.
короче, не всегда получается снимать то, что хочется. Сейчас будет концерт. Сейчас будут выступать школьники. Просим. Давай, Толя. Привет, привет. Привет. Соскучились? Как дела твои? Еще куда растешь-то еще? Куда еще длиннее-то? В общем, смотрите, какой огород большой. Вон там забор. И кончается все это дело вот до этих пор. Людмила Ивановна тут ухаживает. А я хожу, огород снимаю. Можно? Снимай. Ну, я сейчас вас еще сниму. Это Людмила Ивановна, наша бабуля. Страшно. Нет, нет. Бабуля тут ухаживает за всем, красоту такую наводит. Это вы сейчас что делаете? Брызгаю смородину. Чем? Чем? Битоксибацилином. Вот здесь тля. Головая зля. Злая такая. Губит она смородину. Я вот этот кустик прозевала. И он, видишь, он весь. А он какими-то буграми, да, там аж? Да. Галловая тля. Ага, пахнет этим штукой, это удобрением или как? Ага, нет, это... Ну, отрава или как? Это не отрава, это биологический продукт. Биологическое оружие. Оружие, да. Ладно. Кто не спрятался, я не виноват! Ты скажи ребятам, кто это? Что за девочка? Это моя подружка, Полина Дерисо. Так мы же снимали видео. Ну и что? Ну, сколько времени прошло, ребят, забыли тебя, может быть, уже? Она выше, чем меня. Выше, чем меня. Дерем. Я выше, чем все. По-китайски я выше, чем она. Доброе утро. Доброе утро. Это следующий день пребывания нашей на даче, да? Да. Мы продолжаем помогать. Мишка помогает Славе. Собирать траву, которую Слава вчера накосил. Миша, он вырос, помощник. Миш, молодец. Все делает. А остальные дурака валяют. У тебя тут еще один помощник наметился. Кто? Толя, может тебе поменьше грабли дать? Отличный вариант, отличный выбор. Я тоже считаю.
Что там с девчонками в ведьмы играть? Скажи, я все равно не ведьма. Там девичьи дела. Вот это мужское занятие. Вот это травку гонять, вот это да, мужское занятие. Вот, собираем кучу, Анатолий, сюда.